Сидишь и смотришь видосики на Ютубе? А что это у тебя в руке? Покажи-ка, покажи. Как мы и думали, вкусняцкие хрустящие чипсы. Все знают, что чипсы не самый полезный продукт. Но давай разберемся, почему. Даже если на упаковке указано, что в составе содержатся цельные кусочки картофеля, не спеши радоваться. Это не делает хрустики менее вредными. В процессе обработки все витамины и минералы, содержащиеся в картофеле, теряют свои полезные свойства. Снова смотрим на упаковку. Чипсы примерно наполовину состоят из пищевых добавок. Пшеничная и рисовая мука, крахмал, специи, усилители вкуса, красители, ароматизаторы и консерванты. Еще в них много соли, а в одной упаковке содержится примерно половина суточной нормы. А избыток соли плохо влияет на процессы внутри организма. При приготовлении чипсов с картошкой тоже обходятся жестко. Сначала высушивают, а потом перемалывают в картофельный порошок. Сами по себе ингредиенты в составе чипсов тебя, конечно, не убьют, но их ежедневное потребление точно скажется на твоем самочувствии. А еще эти снеки очень калорийные. В среднем 500-700 килокалорий в 100 граммах. А это, пам-пам-пам, лишний вес. Но если так хочется похрустеть, что сил нет, то приготовь их дома. Нарежь картошку тонкими ломтиками, слегка посоли, смажь растительным маслом и в духовку. Только картошку сразу мытую бери. Милота, годнота и просто классный контент. Подписывайся на Ньюм.